Ну что, ребята, всем привет, с вами Бадди, мы продолжаем запись видео под названием Half-Life, и это уже вторая часть прохождения, ну что, ребята, мы продолжаем. Так, мы остановились с вами здесь, короче, в принципе, помню, даже, то есть, первая серия запутался. Но оказывается, здесь есть способ. Здесь оказывается, типа, пасхалка, ну, дополнительное оружие какое-то. Здравствуйте, сэр. Ну, точнее, нам дали дробаш, хотя до дробаша еще далеко. Ну, вот так вот. Я не успел, погоди. Загрузить надо, короче, все-таки... все-таки надо его спасти, ребят. Давайте сейчас сделаем. Так, давай, я тебе помогу сейчас. Вонища. Да, оказывается, это типа секретное место, так понимаю. Сейчас мы получим такую шнягу. Патрончики. Окей, почему бы нет? Ну, да, а чё? Почему бы и нет? Сколько здесь патронов? Есть. Так, пойдем со мной. Я тебя позвал. Он почему-то остается, да? Я все-таки со мной идет. Да, он идет со мной. Красава, чувак, красава. Супер. Будешь мне теперь помогать. Охренели, сука. Так, пусть у меня фонарь зарядится, наверное, да? Так, идем, идем. Ёшкин кот. Так, давай, давай, за мной, братан. Я тебе тут дверь открыл, как бы, да? А, я, кажется, понял. Ага. Это просто великолепно. Как мне эту херню убрать? Достал-то уже. А как, погоди, как мне все-таки...
Блин, я мало крови в натуре. Костерь, быть. Я мог еще так, наверное, отключить, да? Скорее всего, да. Так, а что я могу еще передвинуть, а? Как мне туда попасть? У меня мало потому что аптечек как бы. Я не знаю. Да иди ты нахер. Не хочешь показывать, как хочешь. Одним гадом, давай убираться отсюда. Да вообще, я заметил, да. Очень критическое. Они там что сделали, дураки? Охрененно. Просто супер. Нет, тут вообще жесть. Ну да, я же типа на сложном прохожу, поэтому. Иди нахрен. Хэдкраб, блин, мелкий. Задолбали уже. Маленький террорист. Наконец. Они же вроде хорошие, да? Как они типа особо-то не злые. Здорово. Чё здесь делаешь? Ну так прям это секретка типа.
Так. Ну да, нужно 3 выстрела иметь. Таких точных. Так, а ты что здесь стал? Супер просто, 23 хп уже. Я в шоке от этой игры. Здесь на самом сложном проходить. Я так и думал, что эта коробка взрывается. Понятно, в принципе, по его цвету. А это вроде как уже это. Привет, Гордон. Так, стопэ. Эй, какого черта ты здесь делаешь? Убирайся наверх. Сейчас прибудут войска, чтобы нас спасти. Хорошо, прикрою тебя. Да вот именно. Лучше не прикрывать, чем херню страдать. Да блин. Погоди, а как мне туда проникнуть? Каким образом? Да блин, походу да никак не попасть, да? Да и хер с вами. Сейчас как-нибудь по-другому пройдем с вами. Так вот, твари. О, холодильник, я это помню. Вот это вот такое вот место я, кстати, помню хорошо. А, в Black Mesa, да. Мясо? Только не ты, пожалуйста.
задолбали просто. Да ты за... Блин, жесть. Сдолбали нахрен. Скотина. Вот это что делает? Что еще должен сделать? Забраться в этой головоломке, походу. Холодильник мы проходим. Я понял, ребят, понял. И тут мне все стало ясно, ребят.
Так, настройки. Сейчас я все-таки кое-что сделаю обязательно. Я Half-Life убавлю. Да, таким вот образом. Продолжаем. Не, получилось. Блин, я на волоске, ребят. Там мразь скрылась, ты посмотри, что делает. Я правильно? 10 хп, ё-моё. Как-то он резко. Так, ждём зарядку. Пусть заряжается. Идём. Я больше не выдержу. Эй, хватит здесь болтаться без дела. Давай как поехали. Работает. Здорово, дяденьки. Я ж тут был. Отвечаю. Я, погоди-ка, я что-то не понял. Я что-то типа изменил, что-то сделал? Надо было вспомнить, что я сделал. Да ладно. И он просто ушел. Ни хрена себе. Хотя бы так, е-мое. Вот такие вот пирожки. О, вот это вот как мне.
Допрыгнул ли я? Допрыгнул. Жесть. Какой-то гранулар дилей. Что со звуком вообще? Так, стопэ. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Или мне вниз спускаться, погодь. Ага. Фиг с маслом. Эй, ты... Как надо дальше проходить? Гранаты наконец появились. Да ну нахрен. После столько времени. Охренеть, натура. Вот оно что. Боже мой, ради бога, скорее откроем дверь. Выход. О, господи, боже, нам конец. Не понял. Погоди, а как мне это пройти? Дерьмо. Там же это. Ух ты! Дробаш новый, ё-моё. Это круто. Ну, для многих всё-таки это легендарная игра, да? Ну, понятно почему. Теперь для меня понятно.
Там дробаш. А, там патроны на этот. На кое-что другое. Как мне запрыгнуть нахрен? Теперь что? Ну и похер. Да это пипец какой-то, блин. Ладно, давай с этим я закончу. Спасибо всем, кто смотрел. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем и всем пока. Счастливым праздником.